нас прикрыли, какой шум был. По первой информации, говорят, упала машина туда. Ограждение моста сломано, раскурочено. Всех эвакуировали на безопасное расстояние. Кто смог, еще успел с той стороны проехать, со стороны заводского, в сторону центра, по встречному движению получается. Мост окончательно перекрыли, говорят, уже горит мост, газопровод, скорее всего, горит, поврежден, поэтому был сильный взрыв, сидел в машине.